глубже глянуть на эту ситуацию, потому что какая ситуация была в России, какая информация гудела до этого события. Это был список Магнитского. В США был принят список Магнитского. Известный юрист, который умер в российской тюрьме. И в России оказался к этому никто не виновен, абсолютно тоже сфабрикованное дело, никто не виноват, ни прокуроры, ни следователи. И США был принят закон, по которому все вот эти вот люди, которые были виновны, причастны к этой истории, они получили запрет на въезд в США. Возможно, там будут больше какие-то санкции. Поэтому я считаю, история с Депардье, который там возмутился, справедливо возмутился 70% подоходным налогом, это, конечно, полный бред, и решил получить бельгийское гражданство, Путин решил в ответ сделать вот такую пиар-акцию в России и пригласил Депардье в Россию. Но если это вот такая большая пиар-акция, большая такая международная игра со стороны Путина.